Погожим апрельским днем экологический десант активистов общественного объединения «Беларусь» высадился в районе лесного массива агрогородка Черни. После небольшого мастер-класса участники акции приступили к посадке деревьев. Можете видеть радостных людей, которые воодушевлены тем, что мы примем участие в посадке леса, который впоследствии будет украшать нашу республику, нашу Беларусь. Данный участок засаживается против сплошной санитарной рубки на площади 0,4 гектара. Ведется смешанная посадка березы с сосной. Молодую посадку мы увидим через 2-3 года. Будут начинаться уходы за этими культурами, и через 10-15 лет это уже будут довольно высокие, большие, красивые деревья. Чтобы дерево прижилось и пошло в рост, важно перед посадкой опустить корни саженца в болтушку из воды и глины. Молодые корешки – сладкая приманка для майского хруща, а предварительная обработка отпугнет незваного гостя. Сам же процесс посадки настолько прост, что справится с ним даже ребенок. Надеемся, что наши саженцы примутся, и скоро здесь будет лес. Настроение очень хорошее, погода отличная. Ну, я надеюсь, у нас все получится. Лес – это наше богатство. И вон Дубеевич, это наш воздух, это наш кислород. Ну и, конечно же, это огромная помощь. Богатство леса для страны. Хорошее настроение, солнечная погода и лесной воздух стали не последними факторами плодотворной работы. А через несколько десятков лет, благодаря усилиям дружной команды, на этом месте вырастет красивый смешанный лес.